Стихи, написанные к 8 марта 2010 года, но в начале импровизации на фортепиано. Не знаю, как природа разделилась на тех, что пристально имеет взгляд, и кто скользит так легкомысленно и мило, имея я в виду мужчин отряд. Они глядят на мир так лучезарно, с фантазиями вечно в голове, а женщина глядит немножечко печально. И думать надо за себя, за мужа, за ребенка, все втройне. Она, конечно, понимает, что прекрасно. По взглядам, вздохам, возгласам его. Но так ответственность мешает ей ужасно. Ах, боже мой, как ей, конечно, тяжело. Но раз в году опустит она вожжи и слушает рой всяких пылких слов и думает 8 марта, черт возьми, а может, все девушки действительно на свете ангелы, что ходят посреди светящихся божественных следов.